Примавтодор планирует ввести в эксплуатацию новый мостовой переход на дороге Осиновка-Рудная пристань и запустить движение по нему к 1 сентября. Мостостроители находятся на заключительном этапе работ по усилению опор сооружения. В ближайшее время дорожники начнут устройство подходов. Ход работ на объекте оценил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Николай Зайцев. Подрядная организация «Примавтодор» уже завершает работы по усилению опор. Приступят в ближайшее время к устройству подходов. И, в принципе, планируется в июне месяце перепустить движение по уже новому мостовому сооружению. В текущем году планируется завершить работы с полным обустройством подходов тротуарами, освещением и асфальтобетонным покрытием. Отметим, устройство подходов к мосту будет выполнять филиал «Никольский». Специалисты уже приступают к работам. Филиалом «Никольским» будут произведены работы по устройству земляного полотна. То есть земляные работы. В них включаться будет как отсыпка скалой, щебнем, так и устройство асфальтобетона, как на мосту, так и дальше. Также проектом предусмотрено заложение лотков, устройство тротуаров, устройство дренажей, освещение. Все эти работы будут выполнены в текущем строительном сезоне. Напомним, за 5 лет в крае построено и реконструировано порядка 40 километров автомобильных дорог и мостовых сооружений. Отремонтировано более 720 километров трасс. Возведено и реконструировано 18 мостов общей протяженностью примерно 16 километров. В этом году только по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Приморье будет отремонтировано более 80 километров краевых дорог и 15 мостов. До конца года будут введены в эксплуатацию мосты через реки Партизанская, Соколовка, Царевка и Петровка.